Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, как дополнительная информация специально для вас в принятии торговых решений. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря. Два публичных выступления глав регуляторов, за которыми мы следим, потому что торгуем соответствующими инструментами, ну, в частности, валютами, которые стоят за экономиками, стоящими за этими регуляторами. В 17.30 по GMT состоится выступление Тифа Маклина, который возглавляет Банк Канады. Пара доллар-канадец лично в моем портфеле пока что как сделка сохраняется. Я ранее поставил на потенциал снижения этого дуэта финансовых активов и, соответственно, укрепление канадского доллара. Но, честно говоря, думаю, что канадцу точно поможет рынок нефти. И ранее уже комментировал, что каковым было мое удивление, когда рынок нефти свалился, по сути, с 89 долларов за баррель до 80. Ну, хорошо, что сейчас все-таки какие-то признаки разворота наблюдаются. И Brent, в частности, смог удержаться выше 80 долларов за баррель. Сегодняшнее выступление Маклина может быть интересным тем, что он коснется темы будущего повышения ключевой процентной ставки. И, конечно же, если он будет оправдывать наличие возможности для еще одного, двух или даже трех повышений в рамках этого года, ему придется зацепиться за неплохой рынок труда, за фундамент, который будет как раз настраивать нас на оптимистичные ожидания относительно будущего канадской экономики. Поэтому у канадца сегодня есть очень хорошая возможность упрочить свои позиции. И, конечно же, такая возможность потенциально будет еще в пятницу, когда выйдут данные по канадскому рынку труда. Но пятницу еще нужно дождаться. А сразу же за выступлением Маклина, фактически через 10 минут после его начала, в 17.40 будет выступление главы уже Федрезерва Джерома Пауэлла. Вот на это событие мы, безусловно, должны уделить больше внимания, потому что индекс доллара, сейчас всему голова за индексом доллара, мы следим уже длительный период времени, и хорошо, что американская валюта наконец-таки оклемалась и не просто подала признаки жизни, но вышла на новый локальный максимум. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 103.38, рост на протяжении трех сессий подряд. Я думаю, что это еще не предел в ближайшей торговой сессии, ну или как минимум до конца этой недели, с большой долей вероятности мы будем наблюдать за развитием бычьего тренда. Очень хороший буст для роста доллара заложили пятничные данные по Non-Farm Payrolls, мы их ранее анализировали, более полумиллиона новых рабочих мест, очень сильно контрастирует эта цифра с прогнозами, которые были на рынке, и, конечно же, с показателем позапрошлого месяца, то есть если сейчас мы анализировали с вами январские цифры, то в декабре рост новых рабочих мест был 260 тысяч, то есть сейчас фактически по факту в прошлом месяце был зафиксирован прирост в два раза выше. Что касается уровня безработицы, снижение с 3,5% до 3,4%, это чуть ли не исторический максимум, точнее, ну, в хорошем смысле, я думаю, вы поняли, такой низкий показатель доказывает то, что американский рынок труда продолжает прогрессировать. И вкупе еще с очень сильным отчетом по активности в сфере услуг, ISM 55,2, рост с 49,2, это позволяет сделать прогноз относительно того, что у американского регулятора будет больше сейчас, куда больше оснований, чтобы продолжать проводить по-прежнему жесткую монетарную политику, суть которой заключается в борьбе с инфляцией через повышение ключевой процентной ставки. И напомню, что на прошлой неделе во время пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла он ясно дал понятие и, скажем так, даже предостерег спекулянтов от чрезмерных и излишних ставок на более раннее завершение очередного цикла ужесточения монетарной политики. ФРС фактически любым всяческими способами дает нам понять, что рано еще нам отказываться от идеи того, что доллар имеет основание для роста, потому что рост доллара будет опираться на жесткую монетарную политику. Опять же, возвращаясь к сегодняшнему выступлению Пауэлла, я надеюсь, то, что он
коснется перспектив монетарной политики, но сделает это изящнее с акцентом на пятничные данные по non-farm payrolls. Но остальное уже додумаем мы сами, и потенциально при таком развитии событий индекс доллара может попробовать зацепиться за следующее сопротивление 104 пункта. Золото 1873, здесь ключевая ставка на индекс рыночных настроений, на факт укрепления позиции американского доллара и, безусловно, на рост доходности трежерис, которые сейчас, они всегда конкурируют с рынком драгоценных металлов, но, конечно же, в текущих условиях, когда наблюдается динамика снижения стоимости золота, причем довольно активного, если посмотреть еще конец прошлой недели, котировки были по золоту в районе 1950 долларов за тройскую унцию, а сейчас уже на 80 пунктов ниже. И многие делают ставку все-таки на рынок казначейских облигаций, тем более, что там еще и сейчас растет доходность. Поэтому экономические интересы здесь превыше всего, прагматизм экономический тоже возобладает. И мы допускаем, что золото может дальше продолжить развитие нисходящей динамики с целью 1850. Дальше идем. Рынок нефти 81.76. Вчерашняя поддержка для нефтянки пришла со стороны комментариев главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироли, который снова коснулся темы восстановления Китая и то, что именно Китай будет бустом для роста спроса на углеводороды в этом году. Мы эту тему разбирали и ранее, в принципе, нам дополнительных доказательств в этом, конечно же, не требовалось. Ну, возможно, еще один фактор поддержки для рынка черного золота – это форс-мажор, в частности, приостановка работы турецкого терминала Джейхане из-за землетрясения. Это ситуация продолжается и сейчас, поэтому вполне возможно, что рынок нефти будет получать локальную поддержку еще в ближайшее время. Ну и потом я очень рассчитываю на то, что этот рынок сохранит позитивную тенденцию на фоне сокращающегося мирового предложения, особенно еще в свете вступивших в силу решений по эмбарго на поставку российских нефтепродуктов. Это решение вступило в силу 5 февраля, то есть в минувшее воскресенье. Все условия для того, чтобы рынок нефти рос, фундаментальная картина точно на 99% за то, чтобы и Brent, и WTI добрались до новых локальных максимумов. По этой причине я пока никак не могу отказаться от длинных позиций. Европейская валюта против доллара 1.0731. Ждем, соответственно, евро еще ниже, потому что оставим на дальнейший рост американского доллара. Евро полностью игнорирует статистику. В целом, очень хорошие данные. С прошлой пятницы публикуются релизы по активности в производственном секторе, в сфере услуг. Отчеты хорошие, но даже локально евро не получает поддержку. Даже вот вчерашний день, опять же, индекс доверия инвесторов, который показал улучшение показателя с минус 17,5 до минус 8, это максимум, по-моему, с марта 2022 года. Производственные заказы в Германии скакнули на 3,2%, существенно выше прошлой оценки и прогноза. И на этом фоне европейская валюта также не смогла выйти на новые локальные максимумы. Главная движущая сила – это доллар. Доллар оказывает давление на рисковые инструменты, евро, на фунт и прочие рисковые активы рынка Форекс сейчас отступают. Поэтому цель по евро-доллару следующая – 1.06. Пара фунт-доллар – 1.2040. Наша цель – 1.20, до нее 40 пунктов остается. Сегодня, допускаю, она будет уже протестирована. Вчерашний отчет по активности в строительном секторе ранее комментировал кризис на рынке недвижимости Англии и пытался донести до вас идею, что рынок недвижимости очень сильно коррелирует с ситуацией или с действиями Банка Англии по росту процентной ставки, потому что рынок недвижимости – самый чувствительный сектор к ужесточению условий кредитования. Все это выливается сейчас в серьезную просадку рынка недвижимости, кризиса приводит к кризису недвижимости и проблемам в строительном секторе. И статистика вчерашняя по строительному сектору доказывает, что эта отрасль экономики остается в большой, глубокой яме уже пятый месяц подряд. Фактически сейчас снижение показателя было с 48,8 до 48,4. Значение ниже 50 – это, как вы, наверное, помните, уже и есть доказательство того, что отрасль в стагнации. Доллар-канадец 1.3425. Я в начале своего выступления прокомментировал, что впереди у нас два фундаментальных события. Это выступление Маклима и пятничные данные по канадскому рынку труда. Поэтому есть возможность сейчас еще сохранить
сохранять длинные позиции по канадскому доллару. И доллар-иена 132.29. Моя идея на то, что смена руководства Банка Японии будет далее сопровождаться корректировкой монетарной политики, это главная фундаментальная идея на долгосрок. Поэтому лично я буду придерживаться. В начале марта истекает полномочия Куроды. Я надеюсь, то, что все-таки на посту нового главы Банка Японии окажется не Амами, которого вчера активно обсуждали СМИ, и, кстати, открытие с ГЭПом, может быть, было связано с этим. Амами — это союзник Куроды, который сейчас возглавляет Банк Японии. Считается, что если он окажется у власти, то он просто сохранит прежнюю монетарную политику. Но я ставлю на то, что новым председателем Банка Японии будет Ито. Мне кажется, он более подходящий кандидат с новыми взглядами, который обязательно поспособствует все-таки более динамичному восстановлению экономики. И первым решением для того, чтобы такие условия были созданы, должно все-таки быть отказ от мягких экономических стимулов и постепенное ужесточение политики в виде повышения ключевой процентной ставки. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!